организаторов, но это не так важно. ВП Мяс начинает за контров на трейне, Анексия за терроров. Два первых взятых раунда. За ВП. Ну, я думаю, после встречи с ЕСЦ, после жарчайшей. В общем, очень жаркая встреча. ВП ЕСЦ 25-21. На третьем овертайме ВП добили поляков. И уж после такой игры, я думаю, с Анексис проблем быть не должно. Да, ребята разогрелись сейчас. Да, так немножко потренировались на окошках, и теперь Анекси должны отлететь вообще в нули, мне кажется. Ну хотя либо наоборот, не знаю, потратили силы, и сейчас будет тяжелее. Ну посмотрим, на самом деле да, там силы они потратили очень много. Так, я зашел. Замечательно, у нас как раз закупочек у терроров. Первое после трех раундов АВП у Фокса я вижу. У Анекси тоже есть АВП. У Ника, он играет нас на зелени. Ну вот Фокс, он либо АВП, либо ФАМАС. Мы сколько играли, он говорил, то что не могу, говорит, я с другого ничего стрелять. Ну не сейчас могу. Вот стрибут пофиксили, поэтому кто знает, возможно уже сможет. Сейчас да, а так он говорит, я, говорит, только ФАМАС. Мне, говорит, хорошо. Ну да, денег меньше, что одни плюсы сплошные. Сейчас эти Фокс поймают нас, чувака, который выйдет, нет, не вышел. В примычке нас играет МСЛ. Ангел смотрит нижнюю горку, Фокс смотрит верхнюю. И заход будет под открытый плент с плитом. Адрен у нас смотрит вверх-вниз. Довольно стандартно играет ВП. То есть ну, позиции все почти не меняются. Адрен играет почти постоянно на поп-блоге. Смотрит вверх-вниз. Кучер играет на зелени. И пошел заход. Кучер отдает флеш, встречает зелень. Сейчас будет дым прожимать. Ну же, прямо буквально сантиметр от головы противника он прожимает. Минус от Анексис и 3 в 3. Ну, сейчас ангел опасно умер просто. Ну, да есть Фокс АВП, сейчас, мне кажется, он по линиям должен там убить. Ох ты какой, хоть что там делает пимп. Ну, и теперь кучер один Вадим. Один Вадим? Да, ну это так старый прикол, один Вадим. Анексис... Так, ну, бомба на руках. Да, бомба-то у них на руках. 5 секунд, есть время поставить. Сейчас кучер да, понимает. Ну, кучер это понимает, он будет ждать голову. И спокойно, да, в нее дает. В голову. Не подумать, что плохого. 4-0. А, я, кстати, думаю, что у меня такое. Я же так сейчас в ИГЦЛ бегал, поставил себе левую руку. Думаю, что-то у меня не так, я не могу понять, что. Это все рука. Кстати, у нас уже Virtus.pro переместились на третье место в таблице. У них 7 игр, 5 побед, 15 очков. То же самое, что и ESC Gaming, но разница по раундам, вернее, очная встреча у нас лучше, поэтому ВП чуть повыше, чем ESC. Ну, а первое место, естественно, NIP Very Games, тут все без вопросов. Да, я на самом деле буду очень рад, что если российский коллектив будет входить в тройку лучших команд мира. Ну, а что только не знаю, но я бы вот сказал, что в топ-5 мы уже входим. То есть NIP Very Games первые два, вот ВП и ЕСЦ, на мой скромный взгляд, и... Нет, есть еще Кьюрс, есть еще, конечно, какая-нибудь американская команда, и есть Absolute Legends. Вот между этими командами, пожалуй... шансы кого-нибудь обогнать есть, там, ВГ, например? ВП? ВГ. Есть шанс обогнать? А, ну, у них очная встреча с НИПами еще не сыграна, то есть... Они же, по-моему, играли, или это другая лига? Не-не, другая лига была. У них пока без поражений, что ВГ, что у НИП. А так, в Регеймс пока 6 игр, 6 побед, то есть пока они не сыграют с кем-то. Нет, я имею в виду Виртусам обогнать. А, Виртусам, в принципе, теоретически есть, но вряд ли. Будем потому верить. Что... Тем временем Фокс разбирается спокойно с людьми, которые пытаются выйти на Б. Ну, пока конечно, смотри, тут, видишь, почти в сухую разность Анексис. Просто уже мы сыграли очную встречу против ВГ, я имею в виду Виртус.про, и проиграли, поэтому шансов маловато. Даже если будет одинаковое количество очков, то очная встреча тут решит. А сколько там, еще раз напомню, пожалуйста, получают инвайт в Европу? Ой, в Америку. Или 4. 4 первые команды. То есть, понятное дело, NIP Very Games и вот борьба за 3-4 место, которое тоже выходит. Ну, мне почему-то хотелось бы, чтобы это были ESC и Virtus.pro. Мне бы тоже. Ну, ESC очень достойная, действительно, очень хорошая команда. Ну, а Virtus.pro, естественно, тоже очень достойная и очень хорошая команда. Лучшая. Просто лучше. Ну, хотелось бы увидеть ребят, на самом деле, на таком высоком уровне. Именно российский коллектив. Да, ну вот мы видели на этом, на Mind Sports Festival в Праге Z Nation и Dot Team, которые, к сожалению, не оправдали надежд. Ну, Dot Team не оправдали. Z Nation выступили, я думаю, хорошо, молодцы, я считаю.
дойти до четвертьфинала, как бы в первом для себя чемпе европейском, это неплохо. Да, довольно-таки неплохо. Ну, у них же там кардинально сейчас состав поменялся, поэтому я думаю, у них сейчас состав гораздо слабее, чем был. То есть Фаби, он гораздо опытнее игрок, чем те ребята, которые пришли сейчас в The Nation. Ну да, он очень опытный сорсер, и сейчас, конечно, там состав, так скажем, молодых игроков, конечно, они играют очень давно, но тем не менее. Фаби просто очень много знает, как бы он в свое время очень много времени проводил на пустых серверах, то есть как бы жил там вообще. То есть заходил после института и заходил на пустой сервер и просто, ну, стоял там на карте, ну, грубо кушал говоря, там. Да. Я понимаю. Он, да, он знал там много чего, как бы всякие раскидки, гранаты. То есть, а то поколение, которое вот сейчас, ну, как бы Фаби, он, у него немножко другое отношение к игре, поэтому ребята, я думаю, не будут настолько заморачиваться. Ну и тем самым их уровень будет гораздо ниже. Посмотрим. Пока на The Nation тоже нигде не вылезают, на UC их нету. Я думаю, как у большинства команд, у них просто был инактив, праздники там. Поэтому, как бы, никто и не вылазил. Да, у нас тем временем вылет на закрытый плент. Глейв делает минус, очень неплохой с дигла. Ибо дигл в деле, неплохой мистер Глейв еще. Ну, тут же его успокаивают. И 2 в 3 в итоге у нас. Пимп заходит в спину еще. Опасная ситуация, 2 в 3 можно не потащить. Стоит бомба, но, как правило, такие раунды не берутся. Ну, как бы, очень редко, если человек забегает так вот в спину. Ну, проблема, что пимп в спине, один хп в досе, и тут уже все, да. О, такой раунд не берется. Да, досе решает даже уйти просто отсюда подальше, но и это тоже мы сделать не даем. Да, пимп не отпускает. 5-1. Ну, смотри, такой переломный момент, берут эко, Nexus. Да, ну вот этот имба дигл, там профукал момент у нас, чувак на пленте должен был, конечно, минусовать. Ну там просто не повезло, потому что как бы он лицом флешку поймал и все, как бы там, они забежали, он вроде что-то откинул, начал менять позицию, они не вышли, они захалдились, дали хорошую флешку, которую игрок Virtus Pro поймал, и они просто массом выбежали моментально, и все, и без шансов. Ну, ангел решил подфармить. Ну да. Подсобрать деньжат, почему бы и нет. Правда, против закупочки. Это опасное дело. Сейчас боком-боком стоит ангел к игроку команды атаки. Вот они сейчас прям разминулись, но, по-моему, его Глейв видел. Ну, сейчас они встретятся. А, да, нет, причем есть. Ловит в руке с хаешки, минус 2 от ангела. Красивая игра, уже 3 минуса в этом раунде. Остается последняя Нили у нас. С ВП чуть ли не около респа где-то. Да, на респе. Отсейвить, ему не дадут. Да, вот он дигл. И это 6-1. В 2 ВП играют у нас контры. Причем это первый раз за вот сегодняшний день. Против ESC они в 2 ВП не играли вообще. Ну, поняли, что можно немножко подрасслабиться. Противник не того уровня, что, в принципе, объективно так и есть. И тут можно уже и порисковать, и в целом отыгрывать более уверенно по стрельбе, чем против ESC, которые стреляют очень хорошо. Тут сейчас 2 ЕВП просто могут быть имбы очень жесткие. Хотя оба держат открытый плент, кстати говоря. Вот там у нас ангел снова пошел собирать. Что делает ангел? Собирает глоки. Какие там пистолеты другие в руках у Анексис. И остается последний глейв. Который даже не знает, что ему делать. Вроде и суваться не хочется, умрет сразу. Да и стоять тоже нет смысла, если он ангел придет, он заберет. 7-1. Пока уверенный счет в пользу Virtus Pro. Ребята обречены, пишут у нас в чате. Ну, команды заметно разные уровни, потому что Nexus, не знаю. Я не помню, чтобы они чего-то высокого добивались. Ну, сейчас они являются топом Дании, как бы топ-1-2 максимум. У них там сейчас Лига Геймерс ДК идет или как-то так. Они там пока идут, по-моему, на первом месте. Вот, то есть команда неплохая такая, весьма-весьма топовая, но не прям топ-5 мира, скажем так. И не топ-6 даже. И даже, может быть, даже не топ-10. Поэтому да.
уровень ниже. Ребята пытаются сражаться, что-то делать, но пока вот 3 в 2. Сейчас должен Фокс через минуту кого-то заметить, я думаю. Другое дело Rush 3D. Да, вы давайте из праздника выходите и показывайте ваш супер... Вы, кстати, едете на этот, на LAN куда там? 3-го? Ну да, какого-то такого. Конечно, числа. У нас же там инвайт. Ну, посмотрим, как вы там сыграете. Ну, мы туда, там же микс едет, Фокс, Дося, Ключ, еще кто-то. Я, в общем-то, думаю, что микс ВП возьмет там этот план. Посмотрим, посмотрим, может, мы тебя и разочаруем. Не, просто проблема в том, что ребята как бы из Virtus.pro, они и тренируются, они как бы обязаны тренироваться, у них такие вот чемпионаты, как ESEA проходят, а мы, как ты знаешь, вообще не играем, вот вроде завтра должны начать тренироваться, а что-то как-то и не договариваемся. Ну, действительно, зачем? Вот, поэтому как-то это само собой скажется. Там, если проснется у нас какое-нибудь зверство, там, пропремся, то да, может быть, и без проблем все обыграем. Не, ну в топ-3 мы должны зайти, как бы. Ну там особо команды нету, большого уровня. Не, ну там вот единственный вот миксы, мы тоже едем туда миксом. Вот опять же, да, говорю, что мы не составом туда поедем. Вот, а что касается, как бы, миксов, которые туда едут, я увидел там только два микса, помимо нас, нормальных, которые вот претендуют на топ-3. Это, ну, Fox Dose с компанией, я вот не помню, Сейзет не с ними, но вот второй состав там, по-моему, Сейзет, Хуч, что-то такое. Ну вот, ну и как бы вот эти ребята, а остальное я там уже даже не помню, кто там. А вот то, что 27-го в этом... как в диалоге будет проходить там. В Люберцах? Да. Не, мы поедем туда тоже миксом. У нас 4 плюс 1. Это интересно, но еще более интересно то, что у нас ситуация 2 в 4. ВП в меньшинстве, остается последний кучер на зелени. И похоже, что вот у нас снова Анекс подпроснулись немножко, либо ВП ушли, расслабились. Не, я думаю, они подрасслабились просто. Как бы легко играются, и они как бы не могут уже... У них первая игра была такая серьезная, там, прям по высшему разряду. А сейчас как-то они вот начали нормально, серьезно. Поняли, что легко, и уже дали расслабушечку такую. Ну, в принципе, нормально. Они заслужили. Ну да, в принципе. Я думаю, тем временем, ребята... Кстати, тем временем в Very Games играет Snipe Faculty 13-13. Интересно. Да, похоже, что скрим, прибавление скрима в станы в Very Games что-то не дает плодов. Да не, я думаю, дело не в скриме. Не, ну это я так, конечно. Ну просто не должны в ВГ играть так с командами. Хотя Knife Faculty тоже хорошая команда, то есть... А Knife Faculty, кстати, вот я тебе по сорсу скажу, они как-то, знаешь, все время себя по-разному показывали. Они могли вообще ничего не показывать, играть хуже какого-нибудь там микса, а могли просто, знаешь, так оп, и порвать, взорвать вообще всех. Сейчас в Германии, по сути, сильных команд нету, есть Маузы, которые вообще очень слабенькие, у них 0 побед в этой лиге на последнем месте идут. Ну вот, Knife Faculty хорошо отыгрывают, более-менее, прогрессируют ребята. Но опять же, ВП с ними уже играли, особых проблем не было, 16-7, по-моему, или 16-9, что-то в таком духе. Ну вот, ну что касается Knife Faculty, в свое время, когда еще мы играли в Source с командой, мы их обыгрывали на ESL и квалификация на I-46 LAN. Без проблем, в принципе-то. Причем ту карту мы обыграли, которую я не могу. Это был нюк, я вообще не могу его играть. Он мне вообще просто не нравится, эта карта. Иногда по настроению мне хочется его сыграть, а так вообще не могу его видеть там. Раздражает он меня. Ну и как бы вообще обыграли их без проблем. Я там даже зарезал кого-то. У меня даже скринчики есть. Ты сканируешь? Да, я, кстати, у меня есть такая коллекция скриншотов, еще сорсов много. CSGO тоже уже есть своя небольшая коллекция. Такие вот именитые игроки у меня есть всякие. Вот так. У нас тем временем ВП проигрывает раунд, причем тут кучер почти подтащил, но немножко не хватило. Давай, мы с тобой чуть немножко отошли от темы, а тем временем здесь начинается какой-то экшен. 9 ну, лифт. Потихонечку, тут больше видно, что ребята реально играют на расслабоне, тут Фокс пытается на узуме кого-то убить. Но вот как бы это сейчас не сыграло бы злую шутку, а то сильно подрасслабится, Анексис как подхватит, да и потащит, а они, в принципе, у нас... уже кого-то обыграли, такого серьезного. Сейчас гляну, кого. Ну, 12-3 вообще по-хорошему ему Виртуса должны делать. Ну да, был, кстати. То, что 10-5, это уже как-то, ну, уже не то. Ну, снова выход сотки происходит, Адрин дает минус.
Сразу происходит размен. Фокс долго будет хлоповать, но и тут ситуация 4 в 1, и последний игрок в зелени дает минус. Да, причем красивый очень минус. Кучер тут сразу смайлик пишет. Вот имбодигл вот. И не выманивали друг вот на друга. Вдвоем ребята на коротком длинном стрипах просто выходят, забирают человека. 10-3. Сейчас кстати, нет, я не вижу каких-то результатов у OneXis. Тут я увижу, они проиграли ESC, проиграли Very Games, проиграли на iFaculty, проиграли Cures, проиграли... Еще раз Cures? А, нет, Fnatic. Проиграли Fnatic, кстати, 16-19. В общем, у них все печально на этом турнире, так что да, соперник не абы какой. Три, наоборот, не акти какая. Она сделала какую-то раскидочку, играют 3-2, сейчас будет просто попытка поставить бомбу. Нет, не дадут поставить бомбу, тут уже два контра, всех перебили, и это 11-3. Да, 12-3 будет, либо 1-4, тоже нормальный счет. Ну, на самом деле, вот видно, OneXis как-то, не знаю, то ли отчаялись уже, ну, бегут, не чекают, как бы вообще дефолтные позиции. Сейчас просто вот два человека, или сколько, три человека в зелени бежали просто. Ну, никто не посмотрел налево, и кучер просто спокойно. Ну да, дефнычка. Ну, OneXis уже не потеряли шансы выйти куда-либо, потому что у них 5 игр, 0 побед, 0 очков. Они на предпоследнем месте, ниже только Mousesports, у которых 7 игр, 0 побед. В общем... Ну, ребята, печаль. Я думаю, просто уже играют, потому что, ну, надо играть. Ну, естественно, как бы, нельзя же вливать с чемпа. Да, просто нет мотивации, нет стимула играть. И вот играть, просто заходят, играют. И заставляют там палками. Тангл сейчас поймает наверняка человек на верхнизе. Да, так спокойненько его буднично пристреливает. Врыв будет по зелени. Тут три игрока. Пимп у нас на сотке. Или нет, в доме. Ну, сейчас ангел к нему ворвется. Тоже его убивает. Да, как-то все прямо очень легко получается в ВП. Бедные датчане. Бедный Йорик. Ну, три человека врываются по зелени. Кучер дает два минуса. Его разменивают. Вейв. И Адрен заканчивает. А нет, не Адрен, а Тоси. Ну вот, собственно, 12-3. Вот не зовешь ты меня на интересные матчи. Вот. Ну, не надо было опаздывать. Если бы ты буквально на 2 минуты раньше. Я писал в 11 ровно. Да, ты сказал, скорее всего, а потом пропал. Я подумал, что, ну, видимо, не шмогла. А потом ты заявляешь, так, опа, а все, уже поздно. А я шмог. Не, ну, кстати, возможно, я отлучусь по тому самому делу после этого матча. Хорошо. Там игр никаких нет? Нет, это последний игра на сегодня на нашем стриме. Сегодня мы стримим для игры Virtus.pro. Вот, и потом, судя по всему, с таким счетом победа будет за ВП, можно будет идти просто на радостях делать свои дела, там, не знаю, спать, пить, есть, и все в таком духе. Играть сизгал. Можно я... А, кстати, да, я хотел поиграть с того модель. Ну, ладно, потом посмотрим. У нас врыв, на все-таки, под апленд. Просто через сотку, без особых... этих... Без выпендриваний. Вот вырывается чувак по пятой линии. Сейчас должен убивать чувака с бомбой. Нет, даже это у них не получается. Размены 2 в 2. Шансы есть. Причем очень хорошие. О, минус пимп. И остается на цели. Да. 2 в 2 превращается 2 в 0. Ну и того, и тут скорее всего 15-3, если не будет каких-то сейчас бешеных врывов с дробовиками. Что вряд ли, наверное, она их себе будет позволять. Но я рискнул. То мало ли там, кто там экзилия сделал 5 минусов с дробовика, или кто там врывался там по лоурампе на трейне. Там врывалась это, ну, буржуйка. А, буржуйка. А, точно. Это как раз наша девушка. А, да-да-да. По-моему, Экзилию она не убила, насколько я помню. По-моему, да. Она не отдалась. Да, она не отдалась на эйс. Я писал, что ж, запорола мне хайлайт. Это красиво. Было бы еще красивее. А тем временем в матче Very Games против iFaculty 15-15, овертаймы. Вот дела. Не, ну, на самом деле Very Games любят такие игры. Они как-то, знаешь, вот в Source замечал часто, они как-то, знаешь, вроде всю игру там такая напряженная борьба, а потом хоп, овертайм, и так, фу, как пушинку сдуло врагов, и все. Ну, они так не сыграли, хотя странно, они против Непов очень хорошо отыграли на
последнем или на предпоследнем чемпе 16-14 на трейне, то есть, я имею в виду. А тут 15-15 с Найфтак. Вот что-то у них не в порядке, по-моему. Ну, собственно, здесь сейчас опять происходит просто уничтожение, опять просто врыв на открытый плент. Перестреливают людей без девайсов. Тем временем ситуация уже 3-4 в пользу Анексис, 3-3. Ника врывается в спину, 2-2 ситуация, убивает он, не попадает в спину. И 15-3 в пользу Virtus.pro. Да, ну это уже почти паблик такой пошел. Ребята просто вырываются, убивают, перестреливают и особо... Уже нет никаких раскидчик демов. Ну а что еще делать? Ребята выходят на большие расстояния, с ганами перестреливают оппонентов, которые с пистолетами, и никаких проблем. То, что вот, если... кстати... Говори. Есть мнение, что, может быть, все-таки Wargames вот так отыгрывает из-за того, что апдейт произошел, они-то у нас сорсеры. Они-то, может быть, уже предрочились к стрельбе в CSGO. А тут теперь поставили такую стрельбу лайк 1.6. И они такие опаньки и вот всасывают. Кстати, слушай, там же, по-моему, на iFaculty тоже сорсеры. Там есть. Там же есть 1.6, есть. А кто там? А, это. Там как... Кирби и, по-моему, все. А Зоник не было такого? Не, он в Маузах. А, в Маузах. Ну, все равно, не знаю, я думаю, нет. Ну, собственно, вот, ты смотри, берут. Опаньки, да, слушай, мы так отвлеклись. Ну, тут все равно все ясно, на самом деле, как бы, при всем уважении к датчанам, в этой игре все ясно, понятно. Ну, а что касается, как бы, Knife Faculty и Wargames, я не думаю, что стрельба особо-то поменялась. А стрелять стало, наоборот, удобнее, как по мне. То есть, как бы, я... попадаю нормально, то есть как бы я не чувствую дискомфорта. Вот интересно, как будет не подыгрывать, потому что они-то к CSGO стрельбе просто на 100% привыкли, не стрельба на таком уровне, что им изменения, мне кажется, не нужны. Хотя они, у них просто стрельба на хорошем уровне, в любую стрельбу будут убивать всех. Слишком уж хорошо ребята стреляют. Там у них в команде аж топ-3 эймера мира, который топ-3. Это же что поделать с ними? Ничего не сделаешь. Че, Глэй будет врываться, по-моему, наверх вниз, насколько я вижу, то а нет. Просто занимает на вагоне. Да, смотрит в упоре. Ну, ребят, сейчас будут отыгрывать ВН сотку и зелень. Опять выходить на открытый. Раскидку. Посмотрим, как у них это получится. Ну, похоже, это GG. Ну да. Скорее всего. Ох, сейчас у нас Ника делает неплохой Ника минус. Ника против, смотри, Ника не хочет раунд отдавать. Он с нами не согласен, совершенно. Ну, а это никого не волнует. 1-2. Такой, да нет, что-то это. Да, тут два террора, один спереди, другой сзади, только если его сделать ниже дефюз. Ну, он не знает, где Ника, не знает, где бомба. А бомбы-то даже не здесь. Ну да, это фейл, это GG, 16-3. Мы поздравляем Virtus.pro с победой, которая далась им... Без особой борьбы, ну, они разыгрались на ESC, и тут уже просто пошло уничтожение. Вот такие вот дела.